Депутаты областной думы употребляют таких? Да. Да, вот мы сегодня обязательно. Или с сегодняшнего дня? С сегодняшнего дня. Спасибо. Подсластили. Непростое. 30-е заседание областной думы. Саратовский кондитер лишь ненадолго отвлекает внимание депутатов от основной повестки дня. Необходимо обсудить бюджет на ближайшие 3 года. Уже сейчас, говорят, региону придется нелегко. Бюджет очень и очень напряженный, но выбран приоритеты. О них Валерий Васильевич уже заявил официально, и депутаты, я не сомневаюсь, поддержат инициативу об объявлении 2015 года годом дорог. Очень непросто было принять такое решение губернатору. Мы понимаем, что по другим отраслям придется, как говорят, пояса подтягивать потуже. Рассчитывают на помощь федеральных коллег. Так, например, благодаря социальным доплатам из бюджета страны вырастет размер пенсий. В среднем на 1000, а то и 1500 рублей. Регион примет участие в федеральной программе. На 2015 год у нас устанавливается величина прожиточного минимума 6200 рублей, что на 780 рублей больше, чем в 2014 году. Получателями этой социальной доплаты к пенсии могут стать более 59 тысяч человек. Но это следует. В следующем году в этом, впрочем, тоже не остались без финансовой поддержки. Более 360 миллионов рублей пришли в область. Власти срочно перекраивают текущий бюджет. Почти половину суммы отдают фермерам. 140 миллионов на развитие мелиорации. Кстати, эта программа будет продолжена и в 2015 году. Это очень важно для Саратовской области, потому что мелиоративная система кое-где уже пришла как бы это, а здесь идет подъем. Это урожайность, это судьба Саратовской области. Подумали и о городских жителях. Вносят изменения в закон о штрафстоянках. Теперь, если владелец умеет договориться с инспекторами ГИБДД на месте, машину эвакуировать не будут. Еще планируют открыть штрафстоянки в каждом районе, чтобы автовладельцам не пришлось ехать на край саратовской географии. Тоже с вами свидетели. Много случаев, когда машину ставят на эвакуатор и быстрее стараются увезти на штрафстоянку, чтобы содрать с людей деньги. Вот такие вещи недопустимы. Завершают заседание домашним заданием. В течение всего ноября парламентарии должны продумать бюджетные расходы, распределять финансы между отраслями. Ни одна не может остаться в убытке. Мария Смирнова, Олег Бирюков, ТВ-центр, Саратов.